два отрезка АС и БД пересекаются. Здесь угодно, А, Б, С, Д — это вот углы четырехугольника. Задача. Что больше? А, Б плюс С, Д или А, С плюс Б, Д. Сумма вот этих вот сторон противоположных или сумма диагоналей. Что больше? Как считаете? Диагонали. Сумма диагоналей больше. Правильно. А теперь докажите, что это всегда так. Не только на моем чертеже, но на моем чертеже эти отрезки АВСД совсем маленькие. А всегда в любом выпуклом четырехугольнике сумма длин АВ и СД меньше суммы диагоналей АС и БД. Обзовем точку пересечения О. Молодец, все. Все, что требуется. Мы посмотрим, а, типа, не раз треугольник, а О и БО больше, чем АВ. Дальше надо посмотреть на вот эти два треугольника. Пишем. АВ меньше, чем АО плюс ОВ. Потому что в треугольнике АВО сторона АВ меньше, чем АО плюс ОВ. Так? Да. Хорошо. СД. Что СД? СО плюс ОД. Теперь складываем. А, абсолютно. О, и ОС — это АС. Абсолютно верно. Дайте мне написать. Все правильно говорите. АВ плюс СД меньше чем. Смотрите, меньше чем что. Тут вот АО, СО, ОВ, ОД. Пишу. АО, ОС, БО. АО и ОС — это на самом деле АС. БО и ОД – это БД. Правильно? Сделали? Сделали. Так, ребят, а давайте сейчас зададим себе такой вопрос. Понимаем ли вы, что кроме пары противоположных сторон, есть другая пара противоположных сторон? То есть вот мы с вами доказали, что АВ плюс СД меньше, чем АС плюс БД. Доказали? А вы понимаете, что точно так же можно было посмотреть на другие подходы? Да. На такой и такой, правильно? И что у нас получилось? АД плюс БС меньше чего? Того же самого. А если сложить, что получится? Периметр слева получится, конечно. Так, а справа? Удвоенная сумма диагонали. Господа, мы с вами доказали замечательное неравенство. АВ плюс БС плюс СД плюс ДА деленное на АС и БД меньше 2. Надеюсь, все уже поняли, что я вас спрошу дальше. Во-первых, больше чего? А во-вторых, почему двойку нельзя заменить на 1,9 или вообще на какое-нибудь число меньше, чем 2? Почему неравенство нельзя усилить? Какое число будет слева, придумать картинку, чтобы сумма длин диагоналей была бы почти равна удвоенному? Очень узкий. Очень узкий. Ну, ДС я возьму. Что такое очень узкий? Ну, как две стороны противоположные очень длинные, а две, которые на их стороне очень короткие. Почти равны. Две стороны очень длинные, две другие очень короткие. Это вот такой, что ли? Ну, да. То есть здесь миллиметр, здесь километр, да? Да. Проблема. Тогда диагонали будут по километру, а периметр будет 2 километра. У вас получится единица. На самом деле, то, что вы придумали, это объяснение того, что вот здесь вот нельзя писать больше единицы. Правильный ответ. На самом деле, здесь больше единицы, и единицу нельзя усилить. Как доказать? Понятно? Ну, вот так. О, вот, смотрите. Да. Берем все такое еще несколько. Годится, да? Отлично. Очень вытянутый, вот такой, да, вы видели? Да. Вот это по километру, а вот это миллиметр. Ну или даже меньше.
Тогда смотрите, вот эта диагональ, это будет более-менее 2 километра. Это будет более-менее 0. А периметр будет более-менее 4 километра. Да. И периметр примерно в 2 раза больше, чем диагональ. Да? Значит, вы доказали, что вот здесь вот двойку нельзя усилить, нельзя никакое меньшее число. Вот почему единицу можно написать, вы еще не доказали.